Новин очка. Фит Глеба «Три дня дождя» с Мариной «Полна любви». С Мариной мы как раз знакомились энное количество месяцев назад. С Глебом знакомы лучше, чем хотелось бы. Но мне сразу бросилась в глаза обложечка. Пустое лицо, поверх которого сохранены характерные татуировки. Не то чтобы я там подстрекатель. Но когда-то давно у меня... Когда-то давно я выпускал песни и делал там свои первые шаги в музыке. И давно-давно у меня был трек с вот такой обложкой. Пустое лицо, характерные символы, оставленные на лице для узнаваемости образа. Ну да ладно, было и было. Так, «Три дня дождя», «Полна любви», «Температура». Я здесь все еще жду. Ну вот на сравнении с прошлым, ну просто никак. Типа, ну не говно, но абсолютно неинтересно. Мне приснилось, что ты умерла, что твой голос больше не доносится до нашей комнаты с утра. Извини за то, что снова пьян, я просто не хотел тебе мешать своими чувствами, как 8 лет назад. Думал, что все это навсегда. Вспомни Красноярск, как горят наши глаза. Я повернул бы время вспять до тех пор, пока ты влюблена в меня. Я мечтал убить тебя за то, что мы перестали складывать на полки все, что сложно. Друг друга обзывали грязно, злобно и пошло. В субботе не найти счастье, я точно твой заложник. Ну как это память оставили за порогом? Твои слова так пахнут ненавистью и свободой. Нервы руками трогаю, играют три аккорда. Конца и края не видно, сердце всегда так больно. Как же похуй на Глеба «Три дня дождя». Примерно так же похуй, как самому Глебу, когда он эту пару записывал. Да нахуя вообще это надо? Ну, он же реально вот так исполняет это. Да похуй абсолютно. Ну, блядь, можно я пойду уже? Пожалуйста. А хули вам надо? Что, песню записать? Ну, блядь, давайте. Ну, типа, скучно, неинтересно, неталантливо. Ну, Глебанько. Ну и, кстати, на сравнении «Полна любви» прям заебись звучит. То есть она явно в своей тарелке, она комфортно себя чувствует, и она довольно музыкально, мелодично звучит. То есть на фоне вот этой вот низкочастотной жижи, которую издает рот Глеба, это вполне, ну, достойно, классно звучит. Но здесь как раз асимметрично очень. То есть она прям сильно выигрышнее смотрится. Thank you.
Ну, волей-неволей, тут напрашивается сравнение. У нас есть фит «Полна любви» и «Глебанько», и фит «Пирокинезиса» с «Грин апельсин». То есть мы их практически подряд слушаем, и очень похожие вводные. То есть это тоже скорее стилистика Марины, чем Глеба. Там стилистика апельсинки, а не пирокинезиса. То есть они оба выступают гостями. На сравнении пирокинезис, конечно, гораздо лучше справился. И здесь довольно красивый инструментал в плане того, как он написан, но в плане того, как он исполнен, как он сведен, мне гораздо больше нравится, как это у «Грин апельсина» сделано. Чисто в плане работы с пространством, в плане работы с сценой звуковой. То есть это прям более как бы комплексная, более глубокая штука. И то неплохо, но вот по звучанию мне больше нравится то, что там у «Грин апельсина», например, было. И там девочки круче, увереннее мальчиков. Все как в жизни. Если вот взвесить, ну, пирокинезис лучше вписался в свой фит, чем Глеб в свой. Ну, о чем тут говорить? Ну, говно ли это? Нет. Хочется ли это хоть раз в жизни переслушать? Нет. На отъебись ли это записано? Да. Ну, просто сейчас набурчу чего-нибудь, потом сведете и оставьте меня все в покое, бля. Ну, вот такое какое-то ощущение. Ну, у меня ощущение, что вот сейчас на стриме я потратил на этот трек больше времени, чем Глеб. Собственно, почему мне должно быть не похуй, науке неизвестно.